Здравствуйте, друзья! Сегодняшним нашим героем будет дружелюбный динозаврик Йоши. Очень легко и просто его можно нарисовать с помощью утолщенных карандашей Artberry от Эрих Крауза. Всего в наборе 12 цветов. Динозаврик у нас большой и яркий герой. Получится красочным и насыщенным. Ребенок сможет быстро закрасить без пропусков свой рисунок и получить гладкий, ровный цвет. Ну что ж, приступаем к рисованию. Рисуем большой овал, и сверху маленький, поменьше. Это будет голова. Приступаем к рисованию туловища. Оно имеет такую выгнутую форму. На этом шаге мы также дорисуем руки и ножки. Смотрите, ребята, внимательно, как их нужно нарисовать. Лишние линии уберем ластиком. Также не забудем про пухлые щечки динозаврика Йоши. Рисуем большие и милые глазки. В середине зрачок. Йоши у нас веселый динозаврик, поэтому нарисуем красивую улыбку. Также нарисуем носик, отверстие для ноздрей, как две капельки. На Йоши на спинке есть седло, его тоже следует нарисовать. Нарисуем пальчики динозаврику. Теперь нужно надеть на ноги Йоши обувь. Красивые сапоги. Лишние линии уберем ластиком. Нарисуем гребешок.
нарисовали нашего героя карандашом. Пора его разукрасить. Берем зеленый цвет и закрашиваем фигурку динозаврика. Преимущество утолщенных карандашей треугольного корпуса в том, что ими очень легко рисовать. Ребенок быстро научится правильно располагать пальцы на карандаше, сможет рисовать без усталости и напряжений. Вау! Какой яркий цвет! Красным цветом нарисуем седло и гребешок. Закрасим сапоги коричневым цветом. А теперь возьмем черный цвет и обведем контуры нашего героя. Ну что, друзья, я получила огромное удовольствие от рисования карандашами Artberry. Это было так легко и ярко. По окончанию работы у вас должен получиться вот такой очаровательный дракончик по имени Йоши. Надеюсь, вам также понравился наш урок. С нетерпением жду ваших комментариев. До скорой встречи на нашем канале!